Началось это несколько дней назад. Я там одну штуку мастерил, только чего-то она потом не заработала. Но это не важно. Так вот. И что? Только кусочек откусил и на место положил. Вкусный, кстати, торт был. А потом смотрю, пропал. Ага, представляешь, целый кусок. Только один раз и откусил. А потом, вот с этого все и началось. И с тех пор стоит только отвернуться. Бац, и еда пропадает. Помоги домовому стащить еду, пока Кеша не видит. Даже как-то страшно немножко. Ведь если вся еда пропадать будет, то что же тогда есть буду? Может быть, мне пока у тебя пожить? Пока это все не прекратится. Собери Кешины вещи в правильном порядке. О! Это не то. О! Так. А, это не то. Да. О, это не то. О, знаешь, Кеша, у нас на севере есть одна легенда. Говорят, что в берлоге каждого медведя обязательно живет домовой. И если его чем-нибудь рассердить, то тогда он обижается и начинает делать хозяину разные пакости. Хватит пугать! Да и сказки все это! Современная наука считает! Разреши задачу. Вот. Это то. Посчитаем теперь. Это то. Да. Да. Узнай вес баночки. Грамм. Сколько клубничек весит одна банка? Создай три цвета из конфет. Вот! Красный плюс желтый равняется оранжевый. Вот! Желтый плюс синий равняется зеленый. Это то. Красный плюс синий равняется фиолетовый. Так
таким образом мы с уверенностью можем доказать, что никаких домовых не существует. Но ведь еда куда-то пропадает. Ну хорошо, даже если это домовой, зачем ему еду брать? Раньше же не брал. Не знаю, обиделся, наверное. Обиделся? На что? Ты посмотри, какая берлога отличная. Просторная, светлая. Место, завались просто. Понимаешь, Кеш, берлога у тебя и правда замечательная. Вот только в ней беспорядка много. Я бы тоже обиделся. Потому что под ноги смотреть надо. Тоже мне обиделся он. Это, между прочим, не просто беспорядок. Это творческий беспорядок. Так сказать, мое нормальное состояние. Ну, может, все-таки беремся, а? Я тебе помогу. Помоги Кеше и Тучке помыть посуду. Вот. Вот. Да! Помоги Кеше и Тучке помыть окна. О! Ага. Помоги Кеше и Тучке закончить уборку. Вот. Ага. Вот. О! О! Да! О! Нашелся! А я уже и забыл о нем. А что это? Ну, это еще когда я инопланетян встречать готовился, чтобы сохранить этот момент для истории, по всем комнатам камеры наблюдения расставил. И что? Были инопланетяне-то, а? Да нет! Что-то не срослось у них там тогда. Заняты были. Так до сих пор и жду их. А камеры что, так и работают? Точно! Тучка, ты гений! Сейчас при помощи современных технологий и моей невероятной предусмотрительности мы сможем увидеть нашего домового! Успевай нажимать на цыпу. Поймай цыпу. Thank you.
Помоги Кеше найти печеньку в комнате. Ну где же она? Ну такая, как звездочка. Ну, что? Опять? Цыпа! Стой! Перепрыгивай препятствия, чтобы оторваться от Кеши.